Яблоко? Почему яблоко упало, а луна нет? Что вы имеете в виду? Вы хотите, чтобы луна упала мне на голову? Конечно, нет. Ну зачем же? Вы же сами только что сказали, почему не упала луна. Нет, это не то, что я имел в виду. Я имел в виду, яблоко такое большое, как вы смогли пережить это? Вы такое странное. Я только предположил. Предположили? Почему вы не предположили, что луна может упасть на вашу голову? Почему моя голова? Я не думал о том, на чью голову она может упасть. Я думал о том, что яблоко всегда падает, а луна почему-то нет. Эй! Почему яблоко падает? Почему яблоко падает, а луна нет? Почему? Каково различие между их силами тяжести? Почему яблоко падает с дерева? Почему они падают? Гигант? Какой гигант? Тот, на котором ты стоишь. Oh,
Теперь яблоко не падает. Оно не падает. Оно не падает. Не падает. Это был только сон. А почему? Почему вы здесь? Я услыхала ваш крик и прибежала посмотреть, что произошло. Вы бредили. Вы повторяли: яблоко не падает, оно не падает. Вы до смерти меня напугали. Яблоко не падает. Не падает. Вот оно что. Я понял. Яблоко падает с ускорением 9,8 метров в секунду. Это сила притяжения Земли, действующая на яблоко. Это всемирное тяготение. Я открыл закон всемирного тяготения. Какое такое всемирное тяготение? Всемирное тяготение – это вот что. Это и есть всемирное тяготение. Таким образом, сила притяжения Земли работает одинаково на Луну, яблоко и даже на нас, людей. Единственная разница – расстояние между объектом и Землей. Всемирное тяготение. Невероятно. Я благодарен вам за то, что у меня есть вы. Я? Я? Да, если бы не вы, я не увидел бы яблоко во сне и никогда бы не открыл всемирное тяготение. Правда? Благодаря мне? Конечно, благодаря вам. Позвольте мне вычислить это снова. Подождите только минутку, одну минутку. Но все знают, что яблоки падают с деревьев. Мистер Ньютон? Мистер Ньютон? Мистер Ньютон? А? Яблоко? Яблоко. Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов Исаак Ньютон.